Ну что ж, я вас всех приветствую, и как я и обещал, мы продолжаем смотреть моды на пушечки, которые можно сейчас получить за звание в Warface. До чего докатились, да? Ну да ладно, поехали. Сегодняшний наш экземпляр это ДВЛ. И, собственно, тут нет смысла даже что-то обсуждать, просто мы берем, сразу же прокачиваем. И тут, я так думаю, одна только сборка, потому что вот этот уникальный мод, скорость перезарядки, темп стрельбы и боезапас. Но я сомневаюсь, что он дает возможность стрелять полуавтоматическим вариантом, поэтому мы берем вот так вот один мод. И отправляемся сразу же на мясорубку. Темп стрельбы у нас становится 36. Для сравнения мы берем, допустим, СВЧ. У СВЧ темп стрельбы больше. Потом с чем еще нам нужно сравнивать? С АЦ-шкой. Плюс-минус как у АЦ-шки, которая, кстати, за донат. Ну, либо же в событии, либо в боевом пропуске. Также сравниваем с золотым кракеном. И, собственно, золотой кракен здесь превосходит, но... Золотой кракен ваншотит с двумя модами на урон сейчас. Потому что там, насколько мне известно, если ты берешь, короче, на кракен один мод на урон ставишь, то есть там не ваншот в конечности у штурмовика. А у других классов я не знаю. Поэтому говорили, что по идее ДВЛ-ка должна ваншотить теперь в новую броню варяг. Собственно, это мы сейчас и проверим. Тут что нам нужно? Нам нужно, наверное, стабильность прокачать 100%. И вот следующий мод весьма интересно. Нам либо воткнуть темп, устанавливаем, темп становится 37. Ну и еще раз улучшаем, темп становится 38 и 46. То есть почти 39. По идее, эта снайперская винтовка очень приятная. Тут скорость смены оружия добавляет. Не знаю, ну, наверное, вот этот пламик лучше. И, соответственно, стандартный ее 4,5 крат. А, в зум входит достаточно приятно, но не настолько приятно, как СВЧ. Поехали! Для начала мы отправимся, наверное, на мясорубку, потому что нету смысла идти сейчас на РМ сразу же. Надо посмотреть вообще, насколько комфортный у нее будет темп. Мясорубка. Доступна ли мотель? Мотель недоступен. Угу, понятно. Ну, тогда мы отправимся, наверное... На пригороде, ну на пригороде, блин, жопу порвут, давайте на блокпост. К сожалению, эту снайперку я не застал и не потестировал на ПТС. Как она будет сейчас показывать себя тут, я не знаю. По фазу, по крайней мере, пока по ощущениям, ну как будто бы все более чем нормально. Как будет по факту ощущаться, сейчас посмотрим. Устраивайтесь подобнее, приятного просмотра. Моды, примерно, вот пока что такие. Предварительно. Если будет не хватать там, допустим, скорости зума, то мы, возможно, темп пожертвуем и воткнем себе скорость зума. Если же темпа будет достаточно и по скорости зума все будет хорошо, то, соответственно, нет смысла заменять скорость темпа. Лучше, как говорится, максимальное количество убийств за эффективное время, чем, допустим, пару миллисекунд зума. Потому что сейчас уже все фазуми, вот по КМЛКМ уже все разучились. Потому что, ну вот, таковы суровые снайперы сейчас. Таковы реалии. Адаптируемся, выживаем и нагибаем. 2 часа спустя. О! Мы запустили мясорубку. У нас тут 100 убийств, так. Заглушись. Куда играть тут? Я не знаю, как тут играть правильно на этой мясорубке. Откуда тут... Как же мертвый ФПС? Сколько ФПС было сейчас? 100? Мне не показалось? Опа, фазума сейчас нормально было. Ни хрена! Троечка просто сразу. Темп комфортный, фазум комфортный. Бам! Давай, запушим меня. А! Подкат прервал. А вот сейчас темпа не хватило. Сейчас темпа не хватило, чтобы быстренько перезарядиться. О, бля! Ну не душите, дайте выйти с респауна, блядь. Он меня интересно слышит. Бам! Сука. С бедра не залетело, с бедра точность тут походу очень маленькая. Ну-ка, ради интереса. А! Все понял, понял. Это, между прочим, не окей! Это очко! Ага! Ну, блядь, ты не нахуй! Знаете, я думаю, молите на респаун, вы чё, серьёзно? И поспав... Плав... О, с бедра залетело, нормально. На. На, следующий. Откуда там взялся? Там тоже респавны есть, что ли? Дайте мне мой мотель. Не убирайте его из пула карт, пожалуйста. Я хочу играть снайпером на мясорубках, сука. В спину попасть. В спину не попасть. Это невозможно. И еще не... Я вообще не попадаю. Что со мной? О боже, не. Все, удаляю. Удаляю нахер игру после этой катки. Бля. Я не попадаю. Медиум фризит? Да не фризит, у меня голова фризит. Снайперка крутая, ребята. Просто проблема в мясорубке вот в этой. Тут невозможно играть снайпером. Ну как бы возможно, наверное, если есть опыт на игры на этой карте, в принципе. Я здесь на этой карте в третий раз, наверное, в жизни. Первый раз был на ПТСе. Откуда у меня патроны тут пролетели? На, нахер. Нереальный флик. Не, нормально. Оп, не попал. Репик. И репик у меня, блин, слишком долгий репик. Так, есть. Не, невозможно этой мясорубке нормально снайпером поиграть. Меня просто тут разменивают в моменте. Не попадаю. Попал. Молик не долетел? Не долетел, спасибо. В жопу на луку. Куда и пойти? Куда податься?
Куда податься, ничего не понимаю. Выйди, на. Вот сейчас я даже не знаю, если бы я попал, зарегало бы этот выстрел. Но то, по ощущениям было, что я не попал. Да кто? Ты кто, воин? Ты что тут делаешь? Там тоже респаун есть. Тут что? В каждом углу есть респаун. Ну, если даже да, что с того? На. Ну, никто не выходит с этих двух респаунов. Вот тут есть респаун. И тут есть респаун. Тут даже у меня есть респаун, обалдеть. Не попал в стоячего. Не попал в стоячего. Вот это вот я молодец, конечно. Как сложно играть в мясорубке, это пить. Ну я выхожу, респаун. Пока я разумлюсь, я уже ебут в очко. Он сам, неужели он сам отпустил? Третье. Выйди, сука. Вон там в лоб получил. Ладно, мясорубку поиграть. Была плохая идея, вот моя типичная мясорубка, если что. Ставьте лайк, если играете в мясорубки, заходите, и у вас тоже одни опенкаперы. Но нет, тут дело не в одних опенкаперах, тут дело в том, что я не представляю, как играть эту карту. Поэтому, короче, давайте не тянем и сразу отправляемся сейчас на РМ. Потому что, ну это просто вообще балдеж. 21-26. Пока, что я заметил, темпа хватает, чтобы делать серии, это хорошо. По зуму вроде более-менее тоже, по отношению к другим снайперским винтовкам. С бедра эта пушка, ну... Вы сами видели, лучше не пытаться стрелять. Один раз залетел с бедра, ну такое себе затея. Играть с этой штукой с бедра, стреляя даже в упоре. Ты такое ощущение, что реально просто вот подходишь в упор снайперкой, втыкаешь, стреляешь, умирает где-нибудь там сзади противник. Ну это что такое? Что за кринж? Отправляемся в РМ. Вот, но перед этим я, как обычно, напоминаю, что в описании есть ссылочка, по которой есть комплект нормального заряжения и пушечек на все классы абсолютно. Это неплохие бонусы, которые вы можете забрать на халяву. Новички по этой же ссылке могут зарегаться, если вы вдруг по каким-то причинам не играли больше месяца. Можете забрать все то же самое. Так что пользуйтесь. Я осел, я пушку долго свапал. Горите все нахер. У-ху! Сюда, блядь! Труп не отдайте тут, главное. Я что стрелял? К папочке, делаю, блин. Собрался? Разобрался. Я старался, я потел, а в итоге на буй сел. Спасибо за игру. И вам. А, все херня, Миша, давай по новой. Переулочки. А это что значит? Самое время проверить, запрыгивает ли персонаж на БК, потому что говорят, что там скорость рывка пофиксили, все пофиксили, теперь быстрые сеты, нифига не быстрые сеты. Ну, возможно, теперь не такие реактивные, но тем не менее, мне кажется, скорость все равно будет чувствоваться. Причем значительно. Вообще, сказали, для чего вот это все делается? Для того, чтобы нельзя было залазить вот на такие позиции, по типу как вот шестерочки запрыгнуть на балкон. Сейчас проверим, возможно ли шестерочки запрыгнуть на балкон, мне кажется, возможно. Оп! И что? Реально не хватает? Реально не хватает, прикиньте. Смотри. Реально не хватает. А он с топором запрыгнет? Ну-ка. Нет. Пачку мусора. А что сделали? А зачем? Нет, ну как бы, давно пора. Медик бы нам. Без медиков хуй мы что сделаем. Авик рынок пикает. Я поэтому рынок не пикал, только из этих соображений. А, не попал кликом. Обидно. Короче, каточка опять не задается с самого начала. Ладно. О, появился медик. О, так это означает что? Правильно, выходим пикаться рынок. Он. Можно резнуть быстрее, это окно будет. Ну, с руны зашел. С пол помочь надо. Не попал. В смысле не попал? Ну, опять на нуле. Опять ноль. Найс. Так, работаем, ребята, давайте. Ну, нам пит. И он продолжает заходить лестницу. Гений! Забери бомбу и уйди. Угу, понял. Попадание отсутствует, я понял. Все, поедет. Он залез! Ноль звуков было, что он залез. Блин, а как же они душно играют? Мужики, вы что так сильно хотите выиграть? Серьезно? Расслабьте булки маленечко, блин. Выходит на лестницу. Рынок, ноль человек вышло у них, вы понимаете? Ноль! Ноль, нахуй. Вы что?
пацаны. Сгорел. Живите, мужики! Живите, братья! Дивем. Работаем, ребята, работаем! Они в рынок не играют, потому что им вообще похер. Давай рынок скроем. Минус мейк. Персонаж не слушается. Персонаж не слушается. Я хотел сделать прыжок. Вот, точнее, присесть за ящиком, а он не присел. Я просто как истукан стоял. Ну выйди, попекай. Что-то вредный такой. У нас инженер залез к нему. Нормально, нормально. Работаем. Костя, бульдозер, за работой. Не расслаблять булки, мужики, главное. Мне главное не переставать промахиваться. Ой, попадать. Оговорочка по Фрейду. О, вот сейчас промахнулся. Рынок зашел, убей. Минус медик. Там Титаник, что ли? Уть! Он что, убежал? Или не выйдешь, пикай? Правильно, не выходи пикать, так выкурим тебя как-нибудь. Продолжаем, ребята, продолжаем наш сексуальный марафон. Я сейчас уверен, что это будет двойка. Но либо это они будут делать с подсадами, там, с парапетами. Короче, очень долго все будут делать. Я сейчас пойду на зелень и сделаю все красиво. Смотрите, одного авика убили, второго убили. Я сейчас захожу в спину и убиваю всех. Нет, не убиваю всех, потому что у них в респе сидит контроль. Серьезно? Выйди. Смотрите, он как двигается. Они вдвоем только сейчас в респу выходят, вы понимаете? Не попасть. Не попасть в него не попасть. У меня 0.5 с ним именно поэтому, потому что он... Я не понимаю, он нечитаемо для меня двигается. Ну ладно, тут ребята нас справляются. Давай, закрываем, все, найс. Ну, кстати, бульдозеры ждели. У меня, смотрите, кстати, 7 смертей, 5 от МГ Сквейла. Вон. Короче, подведем итог по снайперке. Это вполне неплохой вариант замены донату. Играбельно? Играбельно. Удобно? Удобно. Комфортно? Комфортно. Мета ли? Думаю, что нет, потому что не хватает глушака. На СВЧ есть глушитель, потому что СВЧ в данный момент мета, и ОЦшка. Но ОЦшка тоже не имеет глушителя, поэтому это хороший аналог ОЦшки. Реально, это вторая пушка, которую я обозреваю, и вторая пушка показывает себя весьма-весьма неплохо. Все, на этом заканчиваем. Warface бесплатный, все, конец. Все, завтра фиолетовый снег пойдет, да?